Сезон рапирщики начали со сборов. Сначала в Кисловодске, где проходили общефизическую тренировку, теперь в Сочи. Здесь юноши и кадеты оттачивают мастерство фехтования. Они готовятся к первенству мира. Конечно же, не только фехтование, еще и скоростно-силовая работа, то есть тренировки по ОФП, кроссы, прыжковые упражнения, то есть тренировки разнообразные у нас. Все условия созданы здесь, да, и питание, и гостиня, проживание, и тренировочный зал, и медицинское сопровождение. То есть все устраивает, все на высоком уровне. Условия, которые созданы в Сочи, подходят для разных команд, в том числе и борцов. 5 августа сборная по вольной борьбе приехала на заключительные тренировки перед чемпионатом мира. Он пройдет 25 и 26 августа. Составом команды, которая отправится в Париж, тренеры еще не определились. У нас это третий сбор. Первый сбор мы проводили в Кабардино-Балкарии, в Азоне. У нас есть там база. Второй сбор мы проводили, тоже база Юг спорта в Кисловодске. Это уже заключительный сбор у нас, уже в Сочи. На новой неделе будут у нас контрольные схватки. После контрольных схваток мы посмотрим, кто какой спортивной форме. Исходя от этого будет приниматься решение тренерским советом. Всего же на сборах в Сочи около 120 вольников. Среди них олимпийские чемпионы, победители мировых турниров и Европы. Известно только, что на чемпионат мира точно отправится Рашид Сабулаев. Он стал чемпионом Олимпийских игр в прошлом году. Тренировочные сборы команда по вольной борьбе завершит 18 августа. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.